Здравствуйте, дорогие друзья и гости канала! Сегодня я хочу поделиться с вами очень вкусным и очень быстрым рецептом куриного филе в сметане и сырной корочкой. Подготовим ингредиенты. Измельчим чеснок, а сыр натрем на средней терке. Форму для запекания смажем растительным маслом. Плотно выложим филе в один слой. Я выкладываю тушки целиком, не разрезая их пополам. А пока отставим форму в сторону и подготовим заливку. К сметане добавим любые специи, которые вам нравятся, и измельченный чеснок. Хорошенько все размешаем, после чего филе посолим по вкусу и зальем подготовленным сметанным соусом. Равномерно распределим соус так, чтобы он покрыл все кусочки филе. Если не хватило соуса, можно еще добавить сметаны. По желанию, сверху можно выдавить сок лимона. Затем равномерно посыпаем сыром и ставим в разогретую духовку до 180 градусов, примерно на 50-60 минут, или до коричневатой корочки сыра. Прошел 1 час, и наше блюдо готово. Сверху посыпаем зеленью. Филе хорошо сочетается с картофелем, рисом и овощами, а также его с легкостью можно подать к праздничному столу. На этом у меня все. Я благодарю вас за внимание, желаю всего доброго и, конечно, жду в новых видео.